Перед началом видоса хочу сказать, что это обновление можно скачать у меня файл на телеграм-канале. Переходите по ссылочке в описании, скачивайте и наслаждайтесь обновлением. А мы сейчас, точнее я вам сделаю обзор на него, в который добавили новые скинчики из обновления 0.20.0.2. Также новые вообще оружие и новую карту. Обновление много дизайн, поэтому давайте будем начинать. Итак, мы заходим в инвентарь и видим новые скины уже на перчатки. И сразу видим то, что добавили М4А1. Вообще, сначала, когда вышло обновление, я не мог в данный момент прям снять, поэтому посмотрел немножко обзорчик у Сайка, поэтому говорю его слова, я не читал изменения, может быть где-то ошибаюсь, поэтому меня не это, не хейтите за это. Итак, добавили еще P350, вот это мой любимый скин, поэтому применим его. Итак, возьмем какие-нибудь топовые новые перчаточки, и также возьмем новую М4. Так, вот это моя самая любименькая. Ну и также мы должны взять кукри, потому что его добавили в обновление. Итак, берем сейчас ножичек. И возьмем скин, который, наверное, сделал для превьюхи. Да, вот это давайте возьмем, это мой любимый. Если что, свой любимый кукри, напишите в комментариях. Обязательно прочитаю комментарии, и если какой-то информационный или мне понравится комментарий, то я добавлю какое-то видео. Итак, настройки ничего по сути не изменилось. Мы включим счетчик FPS и повысим на максималке графику. Да, у меня будет, конечно, 40 FPS, но не суть. В принципе-то я просто хочу сделать для превьюхи фоточку прикольненькую, но давайте будем начинать. Итак, заполнено. Итак, мы заходим на новую карту Бриз. Но Калипса нету, но мы не будем расстраиваться. Бриз самая основная карта, которая была добавлена в обновлении 0.20.0. Поэтому давайте заценим ее. Так, и мы не успеваем аватарку поменять, но ничего страшного. Итак, мы смотрим на ножичек. По сравнению с перчатками вообще сета нету. Но если вы хотите, чтобы я снял видос, где я покажу топ сеты, то набираем на этом видосе кучу лайков и напишите в комментариях, понравится ли вам такая тема. Итак, мы увидели новую какую-то кнопку смерти, которая может нас убить. Может, она уже была в обновлении, я просто не следил. Итак, сейчас мы сделаем топовую фоточку для превьюхи. Сейчас все настроим. Уберу. Так. Вот такую фоточку делаем. Немного ее там искажу, может быть, добавлю эффектов немножко. И такой вот превьюшечка будет. Так, все, дальше проходим. Смотрим, что у меня маленький FPS. И проверяем, что могли еще изменить. Так, ну вот это я не видел, конечно, ну ладно. Так, подлагивает. Но по сути-то мы просматриваем карту. Я хочу посмотреть, насколько здесь хорошие, типа, звуки почему-то не работают, я не знаю. Так, лампочка не работает. Проверяю просто все звуки. Бассейн тоже не работает. Так, опа, что я через стену видел его. Админ изменил что-то, не знаю. Давайте попробуем попрыгать, посмотрим сейчас, кстати, новое оружие, которое добавили. Это P350, M4A1. Итак, ну давайте приступим и будем их рассматривать. Итак, сначала берем с вами P350 и также берем M-очку. Итак, проверяем. Ну, сейчас он сделал так, что можно быстро стрелять и так далее, поэтому немного это нам помешало. Но не будем на это обращать внимание, разброса также нету. Итак, смотрим. Но к перчаточкам прям вообще P350 подходит. Итак, в принципе, это все изменения, топовые обновления сделал Шурик. Поздравим его и подпишитесь на его официальный телеграм-канал, который в меню этой игры есть и так далее. Ну, изменения закончены, сейчас немного поговорим о нашем розыгрыше, про который я говорил несколько дней назад. Я не считал, 3-2 дня прошло, но давайте будем подводить итоги. Итак, для начала я вам сказал, что поставить лайк, подписаться на канал, написать в комментариях свой ID и поставить колокольчик. Эти все ID-шки я вставил в колесо фортуны. И сейчас, прямо перед вами, я его буду крутить. И чья ID-шечка выпадет, тот и победитель. Тому я напишу стандарт 2 и отдам просто халявный авик с 4 наклейками, который можно спокойно продать за 70-80 голды. Итак, вот сейчас на экране появилось колесо фортуны. Все ваши айдишечки, которые были написаны до этого момента, как я сейчас снимаю, если же они будут написаны после этого, то вы уже не участвуете. Итак, довольно-то много было айдишечек. Итак, вот они все. Ну, давайте нажмем старт. Итак, крутим. Итак,
Вот выпал вот такая вот айдишечка. Чел, поздравляю тебя, ты выиграл, я тебе напишу установ 2. И для доказательств, когда я тебе дам авик, напиши здесь в комментариях, типа, ура, его получил. И спасибо за розыгрыш. Ну а так как этот розыгрыш закончен и выиграл именно вот этот чел, то давайте сделаем следующий розыгрыш. Я разыграю вот этот АКР Спорт с 4 тоже наклейками. Вот так он выглядит. И на рынке прямо сейчас он стоит вот столько. Но это 4 наклейки, его можно спокойненько продать за 50 голды. Поэтому делаю розыгрыши. Итак, условия такие же. Вам нужно поставить лайк, подписаться на канал. И добавляется еще одно условие. Это подписаться на мой телеграм-канал. Прямо сейчас подписывайтесь на телегу, мой этот ютуб, лайк, подписочку, колокольчик. И пишите также в комментариях свою идишечку. Итоги также через 2-3 дня, точно не знаю когда. Но этому челу повезло. Этих розыгрышей будет очень много. Поэтому я хочу вас поздравить. Наверное, все мои подписчики смогут когда-то получить призы. Поэтому прямо сейчас оформляйте подписочку, чтобы у вас было больше шансов получить что-либо. Но я не буду вас сильно задерживать. Конкурс, обновление, изменения, обзорчик все показал. Ну и скачать можно у меня в телеграм-канале. Ну и с вами был MTPlay. Всем удачи и всем пока.